Еще в ноябре на заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые, вопреки его запрету, стали академиками и членами-корреспондентами РАН. Президент отметил, что еще в прошлом году он просил чиновников не принимать участие в выборах новых сотрудников РАН, поскольку они должны заниматься своими непосредственными обязанностями. Более того, глава государства пригрозил ученым-госслужащим увольнением. Люди, которые замещают... замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, они заняты по службе или должны быть как минимум заняты по службе серьезным образом, иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей. И заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается. Возникает вопрос, могут ли они заниматься научными исследованиями. Один из сенаторов Бурятии, Арнольд Улоханов, в октябре стал действительным академиком Российской академии наук. После заявления президента многие предрекают его скорую отставку с поста сенатора. Нам удалось связаться с сенатором от республики Арнольдом Тулохановым. Он пояснил, что работа идет в штатном режиме, ибо увольнении пока речи не идет. Как выйдет документ, я сразу же вам сообщу. Если это выйдет. А 26-го я приеду в ЛНДФ, будет пресс-конференция. В жизни есть только наука, все остальное это так мелочи жизни. Также сенатор подчеркнул, что его научные знания помогают в обсуждении законопроектов. Отметим, что Тулоханов активно защищает Бурятию и на федеральном, и на международном уровне. Будаманхой, Василина Стаценко, Первая альтернативная.